Наверное, только самый искушенный слушатель поймет, что так звучит виолончель, созданная в конце 18 века, за несколько десятилетий до рождения выдающегося композитора Роберта Шумана. Этот исторический инструмент, созданный итальянским мастером Марком Навелло в 1776 году, сейчас находится в руках молодого и искусного виолончелиста Глеба Степанова. Инструмент был предоставлен государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, и последние несколько лет я на нем играю. Конечно, это очень большое удовольствие, большая честь играть на таком инструменте. Большое значение в музыке играет не возраст инструмента, а мастерство самого исполнителя. Впервые с этим музыкантом сочинцы познакомились 2 года назад. Тогда Степанов играл с симфоническим оркестром вариации на тему рококо Петра Чайковского в авторской редакции и концертное аллегро для виолончели с оркестром основателя русской виолончельной школы Карла Давыдова. Теперь музыканты решили исполнить один из 3 лучших виолончельных концертов мировой музыкальной литературы. Виолончель — это чрезвычайно романтический инструмент с огромной палитрой эмоциональной, от самых низких нот невообразимой красоты и силы до нежнейших высоких тонов, выражающих самые нежные чувства, самые нежные эмоции человеческой души. Концерт Роберта Шумана для виолончели с оркестром и 3-я Рейнская симфония прозвучат в зале органной и камерной музыки в пятницу, 24 октября. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.